жилая конспиративная квартира в Азербайджане. Высылаю координаты. Ясно, Николай. Газ собирай, ребят. Отправляемся в Азербайджан. Да, сэр. Говорят, в это время года там просто чудесно. Там агент Комарова. Идем. Аль-Асад в деревне. Сепаратисты защищают его. Отлично. Выходим. Что, черт возьми, здесь происходит? Это сепаратисты. Они убивают мирных жителей. Это ненадолго. Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Американцы бегут! Чисто, Аль-Асада нет, идем дальше. Конец связи.
топливом и боеприпасами. В здание чисто, переходим в следующее. Они чисто, проверим остальные. Там здание чисто, проверим остальные. Нет, мы заправляемся. Ждите. Быстрее в укрытие!
солдатов совсем не учат воевать! Здание чисто, проверим следующее. Здание чисто, проверим следующее. Вертолет в пути. Мы совсем разберемся. Конец связи. Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов. Вот вам граната, идиот! Докладывает Мосин 2-5. Есть цель. Ждем сигнала. Ко мне! Не чисто, аль-Асада нет, идем дальше. Говорит 2-5. Мы возвращаемся за топливом и боеприпасами. Какое-то время нас здесь не будет.
открытом месте! Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Удар по сигналу. Помните, Аль-Асад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед! Ты зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Это не я! Тогда кто? Это не я! Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый. Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев. Я еще был лейтенантом. Выполнял всякую грязную работу. Чернобыль – настоящий рай для преступников. Даже спустя 10 лет они могли воспользоваться ситуацией и наложить свои лапы на ядерное оружие. Желающих было много, включая и Имрана Захаева. Естественно, мы не могли всего этого допустить. Выкупить топливные стержни? Отличный способ массового уничтожения. Тогда наше правительство впервые дало приказ об убийстве со времен Второй мировой войны. Я служил под командованием капитана Макмиллана. Слишком высокий уровень радиации. Придется обходить. Следуй за мной. И тихо. Осторожно. Здесь повсюду источники радиации. Нахватаешься чуть больше нормы, и ты покойник. Ждать сигнала. Вижу врага. С фронта вражеский патруль. Идем тихо и медленно. В этой маскировке нас не заметят. Мы не бродим, мы патрулируем, Дюк. И зачем мы патрулируем? Мы здесь в радиусе 120 километров. Убей одного, пока второй не видит. Он убит. Спокойной ночи. Пошли. Не двигаться. Если пойдем в обход, у нас больше шансов остаться незамеченными. Внутри 4 объекта. Даже не думай об этом. Жди здесь. Противник у машины. Убери его
тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Возвращается внутрь. Так, вперед. Выдвигаемся. Не двигаться. Колокольни, наблюдательный пункт. И еще один патруль с севера. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Цель в наблюдательном пункте, видишь? Прекрасно. Объект приближается с севера. Убери его тихо или дай ему пройти мимо. Выбор за тобой. Террорист убит. Вперед. По фронту все чисто. На побережье чисто. Ты это слышал? Вражеский вертолет, ложись! Оставаться в тени! Идем! Спокойно, парень. Их слишком много, остынь. Веди себя тихо. Огонь не открывать. Старайся предугадать их шаги. Если собираешься маневрировать, все делай медленно и спокойно. Никаких резких движений. За мной. Похоже, они уже убили всех, кого не смогли подкупить. Пошли кого-нибудь. Подойдем ближе, чтобы лучше все рассмотреть. Тяжелая же штука. Да уже Андрей поесть принесет. Не знаю, надеюсь, скоро.
Нейтрализовать их и при этом не поднять тревогу – задача не из легких. Хотя, с другой стороны, незаметно мимо них все равно не пройти. Твоя очередь. Цель уничтожена. Один готов. По тем двоим у грузовика огонь не открывать. Мы должны нейтрализовать их обоих одновременно. Жди, пока я не буду на месте. Я на позиции. Действуй, как только будешь готов. Спокойной ночи. Выдвигаемся. Оставаться в тени. Никто здесь диких собак не видел? Назад! Говорят, у украинцев пара человек пропало сегодня ночью. Спокойно, он мой. Украинцы ни на что не способны. Получили по заслугам. Эй, Сьюзи! Вот как это делается. Вперед! Из-за радиации дикие собаки стали сильнее и злобнее. Не двигаться! Ждать здесь! Да! Вот заплатят мне за... По фронту все чисто! Вперед! Вот я тут в волю накатаюсь! Как думаешь, нападет на нас Америка, пока мы уязвимы? Эта страна давно уже катится... Не высовываться! Почему бы и нет? Выдвигаемся! Сюда, идем! Целое сборище, черт возьми. Приготовиться. Выдвигаемся по моему сигналу. Стоять. Так, вперед. Грузовик. Используем его в качестве прикрытия. Вперед! Подожди здесь минуту. Когда они уйдут, выползай. И следи, чтобы тебя не заметили. Терпение! Не наделай глупостей! Ждать сигнала. Ждем. Вперед! Готов. Все чисто. Оставайся на чеку. Мы еще не на месте. С
Стоять! Успокойся! Это дикая собака! Собачка-то попалась недружелюбная! Держи дистанцию! Старайся не привлекать к себе внимания! Справа все чисто. Вперед! По фронту все чисто. Выдвигаемся. Ты только посмотри. В этом городе проживало 50 тысяч человек. А теперь это город призраков. Никогда ничего подобного не видел. Пошли. Сюда, идем. Там есть гостиница. С верхнего этажа мы сможем наблюдать за обменом. Вперед! Лейтенант Прайс, встреча состоится. Вражеский транспорт уже на указанной территории. Ветер усиливается. Можно учесть порывы ветра, а можно просто подождать, пока он не утихнет. Но к этому моменту цель может скрыться, решать тебе. Помни, чему я тебя учил. Учитывай переменную влажность и скорость ветра вдоль траектории пули. На таком расстоянии придется также принять во внимание кориолисову силу. Так, кажется, я его вижу. Жди моего сигнала. Цель захвачена. Идентификация. Имран Захаев. Спокойно. Следи за флагом. Он укажет тебе силу и направление ветра. Черт, он-то откуда взялся? Терпение, парень. Жди удобного момента. Сейчас или никогда. Огонь! Цель уничтожена. Кажется, ты ему руку оторвал. Шок и потеря крови его добил. Черт, они нас заметили. Огонь по вертолету. Так мы выиграем немного времени. Отличный выстрел, лейтенант. Теперь уходим. Они будут нас искать. Пора уходить. Нужно срезать путь. Следуй за мной.
со мной. Т-24, говорит А-6, у нас проблемы. Повторяю, у нас проблемы. Направляемся к четвертой зоне посадки. А-6, Орлан в пути. Отчетное время прибытия 20 минут. Не опаздывайте. Топливо и так на исходе. Конец связи. Он убит. Забудь о них, они за нами не пойдут. Угольцы, нам пора в зону подбоя. Замечен враг. Повторяю, угольцы, замечены вражеские солдаты. Они от нас отстанут. Нейтрализован. Пошевелиться. Прости, дружище, тебе придется меня нести. Если будут проблемы, найди для меня выгодную позицию, чтобы я мог тебя прикрыть. Осторожно. Зона посадки на юго-запад. Мы все еще можем успеть, если поспешим. Цель нейтрализована. Кажется, все чисто, можем идти дальше. Объект нейтрализован. В здание. Мы постараемся их задержать. Хватайте, вражеские снайперы! Они открываются в здание! Найди их! Вражеские снайперы были замечены во дворах между зданиями!
Спокойно. Того здания. Шестая группа! Обыскать здание к югу от города! А6, говорит Орлан. Ждем вашего сигнала. Прием. Наш вертолет ждет на безопасном расстоянии. Опусти меня за чертовым колесом. Оттуда я смогу вести огонь. Здесь нормально. Если у тебя остались мины, самое время их использовать. Скоро враг будет здесь. Найди подходящую снайперскую позицию. Через 30 секунд я дам сигнал вертолету. Ты должен залечь на снайперской позиции. Так, парень, я активировал маяк. Удачи! А6, ваши координаты получены. Держитесь. Конец связи. Вижу противника. Пусть подойдут поближе. Ждем приказа открыть огонь. Открыть огонь! Thank you.
Один готов. Говорит Орлан, тащите свои задницы на борт. Прием. Объект нейтрализован. Топливо на критическом уровне. У вас 30 секунд. Он убит. Thank you.
Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Twitch-канал. Вы меня очень порадуете. We'll be right back.